Этот альпийский рог специально для гастрольных выступлений. Чтобы транспортировка не доставляла неудобств, его сделали из углепластика и поделили на 10 сборных частей. А вообще оригинал деревянный и состоит из трех частей. В коллекции Шилклопера 8 музыкальных труб. Чтобы не подвергать их опасности на частных гастролях, рога разместили в разных точках мира, где чаще всего выступает музыкант. Своей игрой на экзотическом инструменте артист широко известен в России и за границей. В год он дает более сотни концертов и мастер-классов. А хакасским музыкантам выпала возможность поучиться у Шилклопера. Главная задача, говорит мастер, помочь хакасским артистам не скрывать эмоции на сцене и быть более раскрепощенными. Вплоть до того, что я использую в мастер-классах заклинание дождя африканское. Настоящее, оригинальное африканское заклинание дождя. То есть, если мы это хорошо сделаем, пойдет дождь. Я не знаю, нужен ли вам дождь. Учитывая гололед на дорогах и пока еще низкую температуру на улице, вряд ли абаканцы захотят дождливой погоды. Возможность отменить осадки у горожан есть. Можно попросить об этом Аркадия Шилклопера на его концерте. Он запланирован завтра в 6:30 вечера. Билеты продают в Республиканской филармонии.